плохо дело. Реально плохо. Эй, может, просветишь? Ты знаешь, что это было? Это... ну, это мост через время. И я раньше работал над теорией подобных устройств, но никто не пытался воплотить ее в жизнь. Так это и есть источник тахионных аномалий? Да, чтобы она там не переправляла сквозь время. Если так продолжится, шторма в конце концов разорвут ткань реальности. Тогда само время буквально схлопнется. Теперь они усилят меры безопасности. Но у меня есть идея. Мы тоже построим временной мост. Ты что, не слышала, что я сказал про разрывы в реальности? Игры со временем – плохая идея. Именно. Значит, мы все поправим. Доберемся до Клинта из другой линии времени, отрежем Монику от нее самой в будущем, и бури прекратятся, да? Это все равно игры со временем, но может сработать. Мне кое-что понадобится. Но знаешь что? Кто знает. Если хотим проникнуть туда, не подняв тревогу, придется выдать себя за сотрудников. Можешь найти нам подходящую цель? Внедряюсь в канал связи АИР. Патруль Дельта сбился с дороги в Буране. Мы дожидаемся их, чтобы вернуться на базу. Поторапливайтесь. Доктора Пачини требует усилить охрану дата-центра. А вон и наши уточки в тире. Прекрасно. Приступим. Патруль АИМ, прямо по курсу. Разберись с ними, пока они не предупредили остальных. И заодно проверь, что у них в карманах. Я просто размышляю над тем, что мы там видели. Клинт работает на... Я ему доверяю просто. Хотела бы я знать, что именно он делает. А то, что это какая-то бессмыслица. Кажется, я вижу в центре вход. Thank you.
Люси! Игра кончена, ребятки! Прости, приятель, но придется временно позаимствовать твой прах. Поживает твой внутренний компас. Прямо по курсу у вас лес. Идите сквозь него, и вы выйдете к дата-центру АИМ. Любопытно, сколько же всего они тут прячут. АИМ заботится об имидже. Все, что хотя бы отдаленно может вызвать скандал, они убирают. С глаз долой, подальше. Думаю, путешествие во времени в эту категорию попадает. Чертежи наверняка должны. А название-то у этой штуки есть? Или они свой проект так и называют? Временным мостом? Это не название проекта, это... Быстрее к терминалу. Мы не должны позволить АИМ заблокировать эти пропуска. Да уж, неудобно как-то будет, если мы этих агентов зря мордами в штрих положили. Ты правда так думаешь? Нет, это я так. Нечего дрыхнуть на работе. Thank you.
Мы внутри. Ну и где у них тут чертежи этого их моста? Как думаешь, для чего Монике этот временной мост? Она что-то там говорила про годы разработки, что она нашла способ что-то там ускорить. Посылать что-то туда-сюда сквозь время. Вот это-то мне спать и не дает. И то, каким боком во всем этом оказался замешан Клинт. Она умеет держать секреты вроде этого в тайне от других. Ладно, хватаем, что можем, и форматируем им серверы, чтобы Моника еще один такой не построила. Согласен. Дайте знать, когда будете готовы. Так, мы на месте. Нужно отыскать контрольный узел. Джаспер сможет подключиться через него к сети АИ. Странно. Я вижу несколько закрытых файлов. Они защищены Брандмауэром, но по названиям видно, что речь в них идет об элементе X. Мне Джарвис, дружище? Получен доступ к консоли, мисс. Так, отчет о контролируемом разрыве элемента X. Приложение расщепленной энергии к подготовленному объекту. Господи, это вообще все о чем? Сложно сказать. Похоже, речь идет о какой-то новой модели синтоида. Но я не уверен. Предсказуемо. Моника предпочитает хранить свои записи по частям, как головоломку. Картина понятна только тому, у кого есть все фрагменты. Мне знакомо это название. В одной из лабораторий Моники, которую мы прикрыли, упоминался такой секретный проект. О чем его суть, мы так и не знаем. Вот и супер. Так даже интересней. Им точно кают. Что дальше, Джарвис? Точка доступа должна быть прямо по центру комнаты. Я могу взломать систему дистанционно, но вам понадобится все время оставаться в зоне досягаемости. Не отступать, удерживать позиции будет сделано, мистер Джарвис. Да, тут не спрячешься. Стоп, это ты им или мне? Смотри, что тут есть! Да, дела могли бы идти лучше. Безопасности надежнее, чем я думал. Мне понадобится больше времени. Оно у тебя будет, мы их задержим. Давайте. Почти готово. Отлично. Народ, не расслабляемся.
еще победим! Скачивание завершено. Запускаю вирус. Стираю все записи. Вижу чертежи. Ладно, мы добыли то, зачем пришли. Уходим отсюда. Я за тобой.